Приветствую вас. И первое, что вам необходимо понять, то, что ребенок является отражением вас и отражением вашего эмоционального состояния, а также эмоционального состояния всех близких людей, проживающих рядом с вами. Соответственно, агрессия – это может быть реакция на гиперопеку. Агрессия может быть реакцией на тревогу. Агрессия может быть реакцией на отсутствие личных границ, на прямое нарушение личных границ. Потому что очень, например, бросается в глаза то, что вы говорите, мы еще не разговариваем. Мы. Не мы, а он. То есть есть ощущение, что вы не отделяете себя от ребенка. Если вы не отделяете себя от ребенка, то, как правило, человек несколько принижает себя как лично. Принижая себя как лично, человек принижает, в свою очередь, личность своего ребенка тоже. Ребенок это чувствует и против этого агрессирует, защищается. Поэтому, на мой взгляд, глобальная проблема в этом. Но как получилась эта проблема? Как вы к ней пришли, нужно разбираться. Я уверен, что проанализировав ваши отношения с другими членами семьи, например, мы сможем сделать вывод относительно того, что вам нужно изменить в себе. Изменив что-то в себе, вы измените поведение своего ребенка. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.